С особым чувством к празднованию Дня независимости Республики Беларусь подошли работники аппарата Брестского областного объединения профсоюзов и областных комитетов отраслевых профсоюзов. Они возложили венок братской могиле лагеря госпиталя «Ревир», где в 1941-1942 годах было замучено, расстреляно и заморено голодом и холодом порядка 15 тысяч бойцов Красной Армии. Минута молчания – трепетный момент, когда даже птицы на время прерывают свое звонкое пение. Каждый присутствующий мысленно выразил благодарность погибшим солдатам, которые ценой собственной жизни отстаивали нашу свободу и независимость. Мы благодарны своим дедам и прадедам за то, что они отстояли нашу родину, освободили Беларусь. Конечно же, сейчас мы видим, что очень много попыток предпринимается для того, чтобы разрушить наше государство, для того, чтобы разъединить, разобщить наших людей. В этот сложный период времени мы, конечно же, должны все объединиться. Объединиться граждане Республики Беларусь, позитивные, конструктивные силы нашего общества, для того, чтобы принять все меры и защитить нашу страну, защитить наше государство, защитить свои семьи, своих родных и близких. На территории лагеря госпиталя «Ревир» в далеких 40-х был развернут так называемый лазарет для советских военнопленных, где от зари до зари работали пленные доктора, оперируя солдат. Присутствующие на церемонии отдавали дань памяти и уважения не только погибшим солдатам, но и врачам, которые в тяжелых условиях вели борьбу за жизнь каждого бойца. Для нас, для медиков, вот это место, оно важно еще тем, что здесь, на территории этого лагеря, для красноармейцев, работали и доктора, которые были немцами арестованы в крепости. Ну, а вообще я хочу сказать, пользуясь вот этим случаем, поблагодарить абсолютно всех, всех членов профсоюза и не членов профсоюза, которые внесли лепту в создание фонда помощи, которым сегодня, из которого сегодня оказывается финансовая и материальная поддержка наших работников системы здравоохранения, которые заболели в период оказания медицинской помощи пациентам с ковид-инфекцией. Спасибо, люди, вам огромное. Спасибо. На месте захоронения проделана большая работа профсоюзными активистами, которые своими действиями, красноречивее многих слов, показывают, что берегут и чтут память погибших в Великой Отечественной войне. Сохранить память о великом подвиге советского народа и о тех героях, кто не вернулся, до каждого белоруса.